Добрый день, уважаемые присутствующие. Ну, почему Сибирь? Я надеюсь, вопросов не будет, да? Вот. А почему 17 век? Сложно сказать. Так исторически сложилось. Вот. Факт моей биографии, что я занимаюсь 17 веком. Всем, что относится к 17 веку. Ну и вот а другим не занимаюсь. Значит, 17 век, он создает какую проблему? Это было очень давно, и настолько давно, что в это трудно поверить. Вот, например, когда мы говорим «изба», какой у нас образ возникает? Следующий слайд, пожалуйста. Слышим слово «изба», да? Представляем себе, что изба выглядит вот примерно так. Деревянный дом из бревен. Что-то такое. Работает, да? Бревна, крыша, один этаж. Вот это изба, да? Ну и когда мы читаем там про избы 17 века, русские, сибирские, любые другие, ну мы думаем, что вот изба, она выглядит примерно так, да? Ну, можно следующий слайд? Вот или вот так, вот, например, изба может выглядеть, правильно? Или следующий слайд? Вот так вот, ну вот такой вот образец, да? Паттерн. Следующий слайд. На самом деле, вот избы уже в 18 веке выглядели примерно вот так. Вот, чтобы убедиться в правоте моих слов, далеко ходить не надо. Всего несколько десятков километров пройти надо. Вот. И можно следующий слайд? Вот. Собственно говоря, чуть путаница небольшая возникла. Это значит, собственно говоря, вот примерно как они выглядели в 17 веке. То есть даже еще хуже, чем в 18. Можно еще следующий слайд? Да, вот, значит, достаточно дойти до Зашиверской церкви, вот, и вы увидите, собственно говоря, размер окон, вот, такой характерный для конца 17-го, начала 18 века, для, значит, публичных холодных, то есть неотапливаемых сооружений. Значит, давно это было, да? Вот, поэтому нам очень трудно себе представить, как, собственно говоря, значит, все это было устроено в 17 веке, как там жили люди, как это все функционировало, вот, что ели, что пили, где и как спали, как путешествовали. И вот эта вот трудность представления 17 века, она приводит нас к разного рода аберрациям. То есть нам кажется, что ну, все было примерно так же, как у нас. Вот. Но как показывает история с избой, я к ней еще вернусь потом, вот. Все было не совсем так, как у нас. Вот. Например, собственно говоря, для 17 века, что характерно, мир был гораздо больше. То есть он был больше просто в разы. Ну, все, наверное, помнят, да, значит, роман Жюль Верна «За 8 дней вокруг света». Но на самом деле это что означает этот заголовок? Да? Этот заголовок означает, что 8 дней вокруг света — это чрезвычайно быстро. Это очень быстро. И для современников Жюль Верна это действительно была фантастическая, так сказать, скорость. А для, значит, 17 века вы за 8 дней вокруг света, конечно, проехать не могли. Вот. Ну, там я скажу точно примерно, за сколько вы могли проехать вокруг света. Вот. Но это об этом чуть позже. Вот. Кроме того, этот мир был чрезвычайно большим, чрезвычайно темным, поскольку электричество, которого здесь сейчас очень много, оно очень сильно влияет на наше восприятие мира и на то, насколько безопасным и уютным мы его видим. Ну и так далее. С другой стороны, вот тот мир, я тоже надеюсь сказать об этом несколько слов, который возник в 17 веке и существовал, он имеет довольно много интересных связей с нашим миром. И на самом деле, хотя очень-очень далек от нас, но даже мои коллеги-историки, когда я пишу что-нибудь про 17 век, они все время добавляют «в то время», «в то время». То есть как бы они
психологически отделяют себя. Да? Я не отделяю себя психологически от 17 века, они отделяют. Вот. Но этот мир, он возник, и вот, ну, у меня такое ощущение, что вот у нас очень много с ним связей. Мне кажется, что они кончаются, их будет меньше, но в настоящий момент мы еще с ним очень сильно связаны. Итак, собственно говоря, с чего начинается 17 век? Ну, 17 век как эпоха нового времени, по разному счету, он начинается с того, что меняется отношение людей к миру. То есть возникает такой феномен, как рациональное представление мира по формулам, представление о мире, который можно проверять. Вот. И первым делом возникает модель мира. Вот теперь можно следующий слайд. Собственно говоря, это я не помню, честно сказать, позабыл, какой масштаб, что там должно уместиться в одном, значит, в 5 миллиметрах, да? Вот. Но это, собственно говоря, модель, значит, Земли, да? Вот. Значит, то ли 10 километров в 5 миллиметрах, то ли 100 километров в 5 миллиметрах. Вот. Но факт остается фактом, что, значит, вот если сделать глобус в таком масштабе, да, он будет больше, чем пятиэтажный дом, да? Но тем не менее, этот глобус надо создать сначала хотя бы в своей голове. И, собственно говоря, вот эпоха великих географических открытий, которая подготовила появление 17 века на арене истории. Эта эпоха начинается с того момента, когда возникает гипотеза, что Земля, ну, грубо скажем, шар, да, и это можно использовать. Потому что что двигало Колумбом? Колумбом двигала светлая идея, что если мы имеем на востоке восток, вот, а на востоке, где-то там, в востоке, растут пряности, вот, и эти пряности мы используем в еду, то лучший способ достичь востока — двигаться на запад. Понимаете, для современников Колумба идея была довольно абсурдная, потому что если вы хотите попасть из, не знаю, там, из Малаги, например, в Мадрид, да, вы не будете двигаться в обратном направлении. Но если вы хотите попасть на восток, а Земля круглая, то достаточно двигаться на запад, чтобы попасть в то место, в которое вы не можете попасть напрямую. Для того, чтобы прийти к этой идее, надо было представить себе, во-первых, вообще представить себе Землю, да? Вот. Во-вторых, представить ее вот в форме шара. Но это половина дела. Я говорю, что вот эта модель показывает, что если вы представите вот более-менее натуральное это дело, оно будет нерабочее. То есть, чтобы путешествовать с таким глобусом, да, вот, нужно судно, которое ни в 17 веке, ни сейчас построить, в общем-то, нельзя, да? Значит, диаметр там больше 17 метров. Следующий слайд. Поэтому надо было сделать следующий шаг, вот, и представить, как можно шар расплющить по плоской поверхности, которой можно уже пользоваться более или менее. Это одна из проекций много, но это одна из стандартных, значит, географических проекций, близкая к меркаторской проекции. Чем она, значит, характерна? Она характерна вот ныне нелюбимым западными гуманитариями европоцентризмом. Да? Мы видим огромное северное полушарие, огромное полушарие южное, вот, и, например, маленькую Африку, да, что совершенно не соответствует реальным размерам этих территорий. Вот, но и, собственно, есть масса других проекций, там цилиндроконическая, вот, и так далее, которые должны нам представить более-менее адекватный мир. Но для современников Меркатора, который в 16 веке придумал эту проекцию, это было огромное открытие. То есть можно было теперь представить себе, где ты находишься, вынести точку отсчета за пределы Земли. А чтобы ориентироваться на Земле, пришлось ориентироваться по звездам, то есть смотреть вверх.
И получив вот эту вот, собственно говоря, картину, ну, она выглядела не так. Вот, в конце, когда я будет тема с вопросами, я вам покажу, как примерно она выглядела в сознании современников на конец уже 17 века. Вот это наше представление. Но получив такую картину, можно было понять, что если ты двигаешься не на восток, да, вот здесь находилась Турция, которая не пропускала пряности из Юго-Восточной Азии и паразитировала на транзитной торговле. Если двигаться не на восток, а если двигаться на запад, то переплыв океан достаточно большой, можно будет попасть в Китай и Японию и, соответственно, значит, получить определенные выгоды. На самом деле, вот как мы себе представляем картину? Мы себе представляем картину, вот, ну, к Колумбу приходит идея, да, бизнес-идея, вот, и одновременно крупный физический эксперимент. Он собирает на это дело деньги, проводит этот самый эксперимент, получает бизнес-операцию, получает выгоду, научные достижения, финансовые достижения, и, ну, его, в общем, и конец. Да? Но, понимаете, это наше представление мира, который достаточно маленький, достаточно динамичный и очень богатый. И такой же расточительный, какой был в 17 веке. На самом деле, путешествия Колумба предшествовали примерно 100 лет, например, португальских путешествий вдоль побережья Африки, начиная вот где-то, значит, в 20-е годы, в 20-е годы 16 века португальцы начинают осваивать Азорские, Мадейру и другие острова, и к концу 15 века, да, к 1499 году они добираются до мыса Доброй Надежды. Интересно, что если мы возьмем хронологические рамки, то получится, что освоение Сибири заняло тоже примерно ну, 70-100 лет. Там как считать, что считать освоение Сибири? То есть до Колумба португальцы пытались, это называется каботажное плавание по имени Себастьяна Кабота, вдоль побережья выбраться вот из этого тупика цивилизации, да, которым была Европа на протяжении многих столетий, которые последовали после крушения Римской империи. 100 лет. Можно следующий слайд? Да, вот, собственно говоря, это карта Вицина, это конец 17 века, это рациональное представление Сибири, да? Очень трудно узнать. Ну, вот это вот новая земля, да? Камчатка, где-то здесь Япония, Китай. Вот. Ну, так сказать, вот все географические данные, которые имелись, к тому моменту он обобщил. Вот одна из первых карт. Следующий слайд. Вот, собственно говоря, вот, значит, португальцы уже прошли все побережье Африки, тут уже, значит, построены фактории, уже, значит, острова Зеленого мыса им известны. И в 1492 году мы имеем дело с первым плаванием Колумба. Колумб, собственно говоря, открывает Америку. Еще о Сибири нет речи, но первый шаг к открытию Сибири уже сделан. Ну, понятно, да, что Колумб, открывая Америку, Америку не открыл. То есть Америка была открыта позже, представлена сознанию людей как Америка. Колумб в течение 7 лет убеждал себя и окружающих о том, что он открыл не Америку, а путь в Индию. И, собственно говоря, только в 1499 году, когда Васко де Гама сплавал в настоящую Индию, привез оттуда груз настоящих пряностей, 1500 тонн перца. Я, к сожалению, не нашел, меня страшно интересует с научной точки зрения, сколько этот перец стоил, но, по крайней мере, известно, что 2000 тонн пряностей, которые он привез, то есть по большей части это был перец, но 2000 тонн, они в 60 раз покрыли стоимость экспедиции. Вот. Поскольку мы тут сидим, можем, значит, заказывать разную еду, то я время от времени на это буду ссылаться.
И вот можете что-нибудь себе поперчить, да, и представить, что себе, что не так давно перец был по цене сопоставим с золотом, да? Посыпьте себе. Правда, золото, говорят, упало в последнее время в цене, но все равно с перцем не сравнить. Собственно, ну, чтобы вы представили себе трудности этой самой, значит, экспедиции, я еще чуть-чуть позже к этому вернусь. Но вот смотрите, вот это второе, значит, путешествие Колумба, оно окончилось известным конфузом. Он 1200 километров плыл вдоль южного побережья Кубы. И, собственно говоря, не доплыл до пролива между Кубой и Мексикой около 100 километров. Но люди были настолько измучены, настолько было плохое... Он плыл вдоль берега острова, я вам еще раз говорю. То есть это не было океанское плавание. И это плавание было всего в 1000 километров. Да? Вот с нашими сибирскими представлениями, что если сутки ехать, то это близко. Вот. То есть вот Омск 800 километров, мы считаем, что это близко, да? Вот, вот он плыл, значит, чуть-чуть как вот от нас до Тюмени, да? Вот. И тем не менее ситуация была настолько критическая на корабле, что он решил повернуть. А поскольку боялся получить, то есть там уже были кризисные явления, это было уже второе плавание, и чувствовал, что что-то не то он открыл, да? Он боялся получить по шапке, он заставил всю команду подписать документ, что мы проплыли вдоль побережья материка, и это материк, однозначно. Это, собственно говоря, этот факт, он имеет очень интересную, значит, связь с Россией, потому что русские об открытии Америки, ну, мы не знаем, понимаете, это, значит, 16 век. Как там распространялись новости, кто что знал, кто что не знал, мы знаем очень плохо. Но у нас есть источники, по которым мы можем что-то судить с достаточной определенностью. Так вот, русские об открытии Америки узнали где-то примерно в первой трети XVI века. Был такой Максим Грек, его изучал покойный ныне, к сожалению, академик Николай Николаевич Покровский. И это был ученый-монах с Афона, который приехал в Россию исправлять церковные книги. Да исправлялся до того, что на 20 лет попал в тюрьму. Но до того, как он попал в тюрьму, он написал несколько религиозных сочинений, и в частности, описывая чудеса этого мира, он сослался, что вот, смотрите, Америку открыли. Да? Вот как, собственно говоря, чудесно все устроено. Господом Богом, разумеется. И эту информацию он взял из декларации, которую Колумб опубликовал сразу же после возвращения своего первого плавания. То есть как бы это был еще один шаг нового мира, да, что вы не только делаете открытие, причем открываете неизвестно что, да, но еще об этом публикуете в газетах. Газеты только начали появляться. Второе плавание Колумба, да, вдоль Кубы, она попала еще в одну рукопись, которая хранится в РГБ, уже не принадлежащую Максиму Греку. И это, собственно говоря, вот мне известно только два для 17 века, два русскоязычных упоминания об Америке. То есть русские об открытии Северной Америки в массе своей не знали. Если вам этот факт кажется удивительным, то можем провести простой эксперимент. Поднимите руки, кто знает, сколько штатов в США. Вот видите, ну, примерно все знают, да? Вот. А теперь попробуйте все 50 штатов назвать. А если все 50 штатов назвали, назовите все 50 столиц. Понимаете? Вот, вот. Что? Вообще-то штатов 51. Ну вот видите, даже 51. Вот я. А какой 51-й? Пуэрто-Рико? Гавайи 51. Ну вот хорошо, значит, видите, я отстал на один штат, что с историками 17 века бывает сплошь и рядом. Значит, так что в этом ничего удивительного нет. У нас как бы другие заботы, и их не из столицы считать. Вот у русских была примерно та же самая ситуация. Вот. Благодаря Вицину, картинку, которую вы уже видели, у меня такое ощущение, что американцы, в принципе, могли знать о Сибири. Знали они о ней или нет, я не знаю. Вот иезуиты, например, точно знали. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Собственно говоря, значит, расстояние, да?
чтобы перебраться через Атлантический океан, требовалось от 60 до 90 дней, в зависимости от преобладающих ветров, времени суток и так далее, как повезет. Собственно говоря, чтобы добраться от Москвы до Тобольска, требовалось примерно такое же время. То есть, это вот показано Бухгальца с датами, да, но тут это специфика его, собственно говоря, путешествия. Она заключалась в том, что он там долго сидел в Тобольске по своим делам, потом добрался почти в наши края. Вот, через Барабинский острог проходил тут. Вот, 60-90 дней, да? Это чтобы добраться, от Москвы до Тобольска. Вот, я, значит, находил некоторые грамоты, которые доходили до Томска за 130 дней. Ну, это по той простой причине, что напрямую здесь люди начали через Новосибирскую область ездить только в 18 веке. А до этого, собственно говоря, путешествовали по рекам. Вот, и надо было от Тобольска подняться до Иртышского устья. И потом, значит, по Оби против течения двигаться до Томска. Вот, или до Кузнецка там куда. Вот. А, значит, в Восточную Сибирь попадали уже через Волок. То есть надо было вылезти из корабля, перекатить его ручками, значит, по Маковский Волок там, я не знаю сколько, потому что расходятся данные, но несколько десятков километров, по крайней мере, чтобы попасть в Восточную Сибирь. Вот. Ну и после этого можно было садиться обратно со всеми товарами. Что такое, значит, 60-90 дней в плавании, да? Собственно, штормит, качает там и так далее. Это мелочи жизни. Удобство на носу корабля — это тоже мелочи жизни. Количество питьевой воды, например. Вот тут можно, значит, заказать себе по кружечке пива, да? Вот, по 0,7. Вот, и представить себе, что это вот то количество жидкости, которое среднеатлантический пассажир мог потребить за сутки. Это без душа и прочих всяких излишеств. Вот примерно литр воды, да? Значит, вода, как известно, имеет склонность протухать. То есть в ней заводятся по Сашиному ведомству всякие, значит, экологические явления. Вот, и пить ее после этого невозможно. Соответственно, почему был образ моряка-пропойцы до конца XIX века? Потому что, собственно, спиртные напитки были стандартным способом обеззараживания. То, что вы понимаете, да, что если у вас есть деревянный корабль, там 300 тонн водоизмещением, вот, вы не повезете на нем такое количество дров, чтобы кипятить воду каждый раз. Да? Но для того, чтобы приготовить, значит, спиртной напиток, тоже требуется энергия. И поэтому ни русские, ни шотландцы, ни англичане перегонять напитки на крепость больше 20-22 градусов не умели. Это Менделеев изобрел, что в водке должно быть 40-45, да? Я не пью, к сожалению, никто не помнит. 40% значит, объема, да, должен быть спирт. Да? Но это с технологическими мощностями 19 века. В 17 веке таких мощностей не было. Ну, соответственно, вот виски был примерно 22 градуса. Поэтому можете заказать себе виски, разбавить его наполовину водой и почувствовать, что, в общем, вы живете лучше, чем в 17 веке. Но, правда, есть еще такая проблема, что в 17 веке шотландцы и всякие прочие англичане виски не закапывали на 20 лет. То ли у них не было терпения, то ли еще чего. Вот. И это было такое пойло, что вот описать словами невозможно. Собственно, какова была на вкус русская водка, я тоже сказать не могу. Есть исторический источник, очень интересный, как ее фальсифицировали. Вот, и добавляли, что туда добавляли, там горчицу и так далее, чтобы скрыть фальсификат. И, судя по всему, это тоже был напиток, ну, в общем, райский. Вот. Ну вот представьте себе, да, что, значит, вы пассажир, путешествующий через Атлантику, с литром воды на сутки, вот, с некоторым количеством к нему всяких специфических напитков,
холодильника тоже нет. Соответственно, 60-90 дней, значит, вы питаетесь в лучшем случае соленым мясом, какими-то там крупами там и так далее. Ну, в общем, вам уже начинает ваша жизнь казаться райской или нет? Нет, не начинает. Ну, хорошо. Вот. Я, к сожалению, не знаю цифр, сколько народу погибало при переезде из Англии в Америку, которые ехали добровольно, да? Но что касается людей, которых везли принудительно, черных рабов, белых рабов, их погибало примерно треть. То есть 100, из 100 человек, садившихся в Англии на корабль, вот, или белых рабов, или черных рабов, которых загружали в Дакаре, вот, в Америке сгружали, значит, 70 человек, соответственно. 30 выбрасывали за борт. Ну, в Сибири, конечно, значит, этого меньше. То есть не так, что там все было, значит, усеяно. Вся эта дорога была усеяна трупами. Но представьте себе, да, значит, дороги, например, мостили деревянными бревнами. Эти бревна, разумеется, разъезжались. Зачем им лежать на месте? Собственно, если бревен не было, то накатывались глубокие колеи. Вот. И если вы ехали со скоростью, скажем, там даже 10, там, 7-10 км в час, вот, что зимой, значит, что летом, вот на сухопутной дороге вас неимоверно просто шатало. Люди, которые начали ездить в 19 веке со скоростями 19 века по государевой надобности, например, фельдъегеря, они просто пристегивались не потому, что их остановит ДПС, а потому что иначе был шанс просто вылететь и где-нибудь там остаться. Но основное движение было все-таки по морю. Следующий слайд, пожалуйста. Это вот моя попытка совместить стандартный до того времени галеон Пеликан и торговый центр. Да? То есть получается, что примерно, значит, вот эти вот 50 метров — это как длина белого корпуса значит, торгового центра. Но только единственное, что меня смущает, — высота мачт. То есть когда мы сталкиваемся с исторической реконструкцией, каждый раз вот, возникает вопрос, что художник что-то нарисовал, да? Это не я был. Вот тут большинство всяких реконструкций мои, но это не моя. Художник что-то нарисовал, но неизвестно, что именно он нарисовал, да? Потому что слишком уж высоко получается, так сказать. Вот. Ну, вот 50 метров примерно. То есть, собственно говоря, значит, средний, а золотая лань, она совершила, значит, конечно, не кругосветное плавание, но, как вы помните, может быть, сплавала в 16 веке в Южную Америку, навела там шороху, ограбила испанцев на большие суммы и вернулась обратно в Англию. Вот. Еще одним таким моментом, да, что значит, до конца 19 века наличие воды в трюме это было нормально. И, собственно, в вахтенный журнал просто записывали, сколько воды в трюме. Вот. Ну, я молчу о крысах, о заразных болезнях. В общем, путешествие в 17 веке было, значит, делом долгим и мучительным. Следующий слайд можно? Вот, ну, это вот попытка, значит, реконструкции какого-то такого довольно крупного русского корабля. Вот, и чтобы завершить тему путешествий, вот, скажу только, что если считать, начать считать от Тобольска и посчитать, что 90 дней значит, занимало доехать до Москвы, примерно дней 60, за дней 60, за 2 месяца можно было доехать до Европы. Вот какое-то время, значит, ехать по Европе, и потом 90 дней или там 60 дней ехать по Атлантике, то, соответственно, за, значит, дней 200, да, вы вполне могли бы добраться до Нью-Йорка. То есть если кому-то приходилось летать из Новосибирска в Нью-Йорк, он может себе представить удобство нынешнего транспорта. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Собственно, жизнь была тяжелой, но энергичной. Это вот карта Европы. Вот много-много-много маленьких точек. Это крепости, построенные вабаном за 18 век. Соответственно, легко можно себе представить, где граница Франции. Да? Построил больше 200 крепостей.
Следующий слайд, пожалуйста. Вот. И, собственно, поскольку жизнь была тесной и напряженной, то люди вкладывали большие силы в том, чтобы отстоять свои владения. Это вот, собственно говоря, даже такой отдаленный французский пограничный гарнизон, крепость Нойв-Бризак, построенная Вабаном, вот, но сейчас Нойв-Брайзах в Германии. Это, ну, не город, это такой, как называется, военная база, да? Следующий слайд, пожалуйста. Вот. А это вот, значит, это, правда, на 1697 год. Это скромный, значит, тоже опорный пункт новгородцев. Вот крепость, как это сейчас называется? Шлиссельбург, а сейчас как называется Шлиссельбург? Так называется? Нет. Это, значит, она стоит на острове на реке Неве, восточнее Санкт-Петербурга. Шлиссельбург так и называется, да? Потому что он Петрокрепость как-то назывался. Вот, несколько раз менялось. Вот. Ну, можно еще один слайд. Еще один слайд, пожалуйста. Вот, это, значит, совершенно скромненькая такая, она не сохранилась, к сожалению, маленькая финская крепость, совершенно удаленном месте, Каяни. Вот, Каяниборг. Следующий слайд. Вот, вот все такие каменные стены, мощные крепости и так далее, все у этого ни русские, ни европейцы в Северной Америке не строили. Дело в том, что вместе, значит, с революцией представления о мире начинается революция в геометрии там, и так далее, и так далее. Вот, революция в военном деле с 1500 года, когда французы привезли свои пушки в Италию и за год взяли все те итальянские крепости, которые хотели. Вот, развивается новая земляная фортификация. Это, собственно, модель Нотебурга, шведской крепости в устье Невы. Вот это Нева, а это ее приток. Вот здесь собирались строить башню Газпрома, так и не построили. Вот. И это вот такой стандартный образец всяких тех фортов, которые англичане, французы в изобилии строили в Северной Америке, не очень вкладываясь в капитальное строительство. Следующий слайд. Собственно, это вот такая модель, это дом, в котором жил Гарвард. Это Гарвард, это был человек, который приехал в Америку, там умер. Вот, привез с собой 400 книжек. Живший в то же время сибирский архиепископ имел 40 книжек. Потому что в Англии шла реформация, а в Сибири ее не было, и только раскол пришел 50 лет спустя. И Гарвард эти свои книжки завещал университету, и по его имени университет стал называться Гарвардским. Эти средневековые узкие дома, занимающие очень мало места по фасаду, тянущиеся вверх в новых землях, жить людям было, конечно, свободнее. Следующий слайд. И вот эта вот модель, собственно говоря, вот сейчас вот здесь вот Гарвардский университет стоит, да? Вот здесь речка течет, и это вот застройка Ньютауна, или как он стал потом называться, Кембридж, на 1638 год. То есть это вам не та, значит, плотность населения, которая в России всегда была посвободнее, но вот тоже, значит, следующий слайд. Но тоже существовали стремления расшириться. Как, собственно, славяне и русские до 18 века, как минимум, выбирали место для поселения? То есть, добравшись до Сибири, надо было найти какую-то главную реку, которая, как я уже сказал, служила основной транспортной артерией. Найти, значит, ее небольшой приток, который выполнял роль современной канализации и одновременно современного водопровода. Найти какой-нибудь достаточно высокий холм, чтобы на него могли забраться только вы и никто посторонний, и чтобы его легче было укрепить. Иметь рядом заливные луга, да, чтобы иметь запас сена. Корова съедала не меньше тонны сена. Вот. А кроме коров еще были лошади, которые очень сильно помогали пахать.
Но вообще и кочевники, и земледельцы жили в постоянном симбиозе, потому что у земледельцев всегда было зерно, а у кочевников почти всегда был скот. Ну, с учетом, что те и другие, конечно, балансировали на грани голода достаточно постоянно. Иметь лес, который необходим был для отопления, вот, и иметь то место, которое можно распахать. Ну, следующий слайд, пожалуйста. Так, это европейские поселения в Северной Америке очень сильно зависели от связи с морем, поскольку они были отделены от метрополии океаном, а Сибирь была соединена с метрополией реками, то, собственно говоря, вот, значит, почему Кембридж был основан в 7 милях от Бостона? Потому что в Америке одним из важнейших факторов, так, собственно, и в Сибири, была конкуренция крупных, сильных держав. В Сибири это конкуренция одной европейской России с азиатскими, прежде всего с Китаем. А в Северной Америке это конкуренция европейских держав между собой. Франции, Англии и между собой, и прежде всего с Испанией. Так вот, Ньютаун, как столица колонии, был основан в 7 милях. Это расстояние достаточное, чтобы находиться в информационной безопасности от прихода испанцев. Вот, то есть испанцам требовалось примерно час-полтора, чтобы дойти. Вот. И, собственно, если бы они напали на Бостон, начальство имело бы возможность бежать из города. Дожидаться, тогда они уйдут. Следующий слайд. Вот, собственно, вот Томск, да, вот это холм, на котором был основан острог первоначально. Это, значит, речка, впадающая в Томь, а подгородное поле находилось вот здесь, где сейчас находится Соборная площадь, если кто в Томске был. Следующий слайд. Вот, ну вот модель, значит, Кузнецка. Да? Тут холм был, но он оставался весь 18 век не занят по причине того, что он был слишком высокий, вот слишком безопасный, там не было воды. Вот, а острог располагался в центре города. Вот здесь. Вот, ну, в целом такая же модель. Тут вот речка под громким названием «Казачья грязь» протекает, вот, впадает. Вот, не знаю, как она называлась в начале 18 века, 17 века, но вот в 18 веке уже так. Следующий слайд. Вот, ну, собственно, отправляясь в Сибирь или в Северную Америку, люди прихватывали с собой всю свою культуру. И в данном случае, чем хорошо было перемещаться в Сибирь, что тут условия, конечно, были специфические. Вот, но, в принципе, все те навыки, которые были у русских, они вполне могли быть перенесены. То есть, значит, строился острог, вот, и вокруг острога возникал какой-то посад. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, вот, собственно, типичный, ну, как достаточно типичный острог, да, он состоял из рубленных башен и вот такой вот загородки. Американцы делали примерно то же самое. Следующий слайд, пожалуйста. Иногда можно было между срубами насыпать землей, и тогда уже вам, значит, сам черт не страшен. Я вам тут покажу на карте. Был такой город Албазин, который в конце 17 века выдержал китайскую осаду. Ну, китайцы, в общем, не очень хотели воевать, да? Поскольку там меньше 500, в конце там осталось несколько десятков русских казаков, но изначально их было где-то 500-600 человек, они выдержали почти годовую осаду 15-тысячной армии. Но это была армия, оснащена по последнему слову техники. Но поскольку, например, португальцы открыли Японию в 16 веке уже, то корейцы к концу 17 века хорошо научились пользоваться огнестрельным оружием. И вот если вы слышали о трех мушкетерах Дюма, то можете добавить к своему знанию еще сведения о корейских мушкетерах, которые участвовали в осаде русского города. Китайцы подвезли также тяжелую артиллерию, значит, вес ядер, которые найдены, он показывает, что там были калибры больше 120 миллиметров. Ну, вот представьте, современные гаубицы обстреливают деревянную стену. Тем не менее, казаки сопротивлялись там до последнего. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Ну, собственно, значит, европейцы привезли тоже с собой, значит, свою культуру. Следующий слайд, пожалуйста.
Вот. Можно было устроиться довольно неплохо в Сибири. Например, на развалинах Томска найдены, Томского острога найдены изразцы, которые показывают, что были хорошие изразцовые печи. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Но в целом, как бы вот это вот Юильский острог середины 18 века, в целом типичная изба 17 века выглядела вот так. Почему нет окон, да? Почему высокий подклет? Все направлено на поддержание максимальной теплоизоляции. То есть, людям, то есть вот то, как мы с вами живем, светло, с воздухом и так далее, все это, вся эта роскошь была людям недоступна в то время. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот это вот, собственно говоря, это домик Петра Первого, но это стандартное срубное жилище для Северной Европы и Северной Америки с большими окнами, поскольку там вся территория США, вы знаете, лежит на широте примерно Средней Азии, там гораздо теплее. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, собственно, процесс освоения Сибири, да? Он, значит, это список самых известных землепроходцев. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, и видно, что, собственно, Ермак пришел в 1582 году. В 86 году была уже основана Тюмень, но вот 26 походов, они продолжались до конца, это самые известные походы, продолжались до конца 17 века. Вот, следующий слайд, пожалуйста. И длились очень часто до нескольких лет, да, то есть часть походов вот из 12, да, длились более 6 лет. То есть человек уходил, вот, и возвращался через 6 лет. Уехал в командировку. Следующий совет, пожалуйста. Вот. Собственно говоря, что привлекало русских в Сибири? Русских в Сибири привлекала пушнина, так же, как она привлекала, собственно говоря, тех, кто отправлялся в Северную Америку. В Северную Америку. И это заштрихованные области, это два значит, самых крупных места, значит, добычи пушнины, Мангазейские и Енисейские уезды. Светло-розовый цвет — это расселение соболя примерно, значит, в 17 веке. Красные пятна — там, где соболь сохранился на 1930 год. Сейчас там другой ареал расселения соболя, он больше. Но фактически видно было, что еще в 20 веке соболь жил в самых недоступных местах, вот, потому что за время русской колонизации пушные богатства были основательно выбиты. Следующий слайд. Вот Сибирь, да, это, значит, 12 миллионов квадратных километров. И как тогда говорят о заселении Сибири, представляется, что вот все 12 миллионов квадратных километров были заняты людьми. На самом деле, если мы посмотрим на земледельческие очаги, которые нарисованы мной тут достаточно, значит, щедрой рукой, да, они были реально еще меньше. Вот. 300 тысяч русского населения на конец колонизации, они занимали не так уж много места. Вот, хотя для поддержания семьи требовалось, ну, там 5, 6, 8 гектар земли на человека. На следующий слайд. Собственно говоря, когда мы говорим о колонизации Северной Америки, то в 17 веке, видите, тоже фактически американцы сумели занять только очень узкую полоску земли, вот еще южнее испанцы, прилегающую к Атлантическому океану. Причем они еще активно конкурировали. Была французская колонизация, была английская колонизация, была голландская колонизация, которую англичане очень бодро уничтожили в середине века. Даже была шведская колонизация, которая тоже кончилась бесславно. Вот англичане захватили все. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, собственно, вот расширение административной территории. Это даты основания земских изб, то есть воеводских канцелярий.
Вот Албазин, 1682 год, это, собственно говоря, последняя точка, это восстановление Албазина второй раз, и после этого он был опять отвоеван китайцами. То есть, видите, начали в Тюмени в 1586 году и за 70 лет дошли до Тихого океана, до Охотска. Вот. Но, тем не менее, освоение, то есть южные земли, там была наибольшая конкуренция. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, тут, собственно, картина. Следующий слайд, пожалуйста. Да, ну вот количество народу. Можно следующий слайд. Вот служило население Западной Сибири с 1624 по 1900 год. Оно выросло примерно, значит, с 1000 человек, да, примерно до 7 тысяч человек. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это, значит, рассужило население Восточной Сибири. Следующий слайд. Вот. И хотя Восточная Сибирь, она, там население постепенно увеличилось, его доля росла. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Видно, что доля городов с населением больше 500 человек, она тоже, значит, постоянно росла, потому что правительство стремилось сконцентрировать свои силы в крупных некоторых центрах. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Количество городов с населением больше 500 человек, с военным гарнизоном больше 500 человек постоянно росло. Следующий слайд. Вот. И все они были сосредоточены в Южной Сибири, потому что главная угроза, которая существовала, она исходила не от северных народов Сибири, а от южных народов, прежде всего от джунгар. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, например, это, собственно говоря, что-то я потерялся, где мы? Моря нет. Ну, мы, короче говоря, где-то здесь, да? Вот. А это слободы, в которых были расселены драгуны для защиты. Вот это был основной в районе Тюмени, основной крестьянский район. И это вот, видите, во скольких населенных пунктах русские держали солдат, чтобы защитить их от постоянных набегов казахов и джунгар. Вот. Вот, собственно говоря, заселение, значит, уже в 18 веке. Собственно, вокруг каждого города было множество деревень, некоторые из них существуют поныне, с 18 века. Следующий слайд. Вот. Общий образ, да, того, что жизнь, значит, была, это, может быть, мы еще сейчас увидим, такая, значит, как бы якобы безопасная, это когда вот стрельцов рисуют, значит, в парадных кафтанах, представляется, что так они ходили воевать. Следующий слайд. Вот. Но на самом деле, значит, до начала 18 века как русские, так и американцы, вот, они выступали и на столкновение с кочевниками, на столкновение с местными народами Сибири, достаточно хорошо защищенные. Следующий слайд. Вот. Собственно говоря, последние несколько слов я бы сказал о том, как оно все происходило с точки зрения экономики. Когда Колумб открыл Америку, буквально через несколько десятков лет выяснилось, что хотя он не открыл пути к дорогим пряностям, он открыл путь к огромным, фантастическим по тем меркам запасам серебряной руды. И Испанию захватило такое явление, которое называется историками революция цен. Поскольку очень много лет Европа была задворками мира, и даже один веселый, к сожалению, уже покойный люксембуржец написал об этом книжку, то в этих задворках мира было всего очень мало, в том числе и физически мало денег. То есть, например, не было золотых денег. Позволить железные деньги мы себе тоже не могли, не Китай. Вот. Деньги были серебряные. Вся руда добывалась в Богемии и Силезии.
Ее было очень мало, и технология была очень плохая. С изменением представлений о мире меняется представление о добыче руды. Добыча руда в Силезии вырастает в несколько раз. Но огромный приток серебра приходит из Америки, разоряет уже, так сказать, опустим, по каким причинам, разоряет Испанию и заваливает, это серебро заваливает всю Европу. Собственно говоря, приход испанского серебра и сделал возможным освоение Сибири. Потому что иначе европейцам, которые долгие годы покупали пушнину и все 30-е, ну, фактически до середины 17 века, оплачивали нашу колонизацию вот, нашей родины, все это было возможно только потому, что у них были деньги. Потому что весь 15-й, 16-й век русско-европейская торговля мехами существовала. Соболь, как известно, когда-то жил в европейской части России и был там истреблен. Но, тем не менее, продавать меха в таких количествах и получать за них такие большие деньги, достоверно неизвестно, сколько значит, ввозилось. То есть рубль — это примерно... Я цифру помню, я не помню единицу. 0,68, то есть рубль — это 1 грамм по весу, да? Значит, рубль — это был примерно 1 грамм. В обращении на конец 17 века находилось не меньше 2 миллионов серебряных рублей в России. И примерно на, значит, полмиллиона рублей ввозилось ежегодно товаров. То есть большая часть денег обслуживала экспортно-импортные операции. Крестьяне денег не видели, да и вообще многим людям они были и не нужны. В общем, собственно, хозяйство было натурально. Что делали европейцы, все европейцы во всех колониях? Они, с одной стороны, пытались получить максимальную прибыль, и возникали вот, значит, торговля мехами, монокультура и так далее, и так далее. А с другой стороны, они продолжали действовать традиционным способом. Главным благом была земля. И это, собственно говоря, первая европейская колония, да, это Ирландия. Вот, собственно, англичанам не надо было далеко идти, чтобы заняться колонизаторством. Им достаточно было переплыть неширокий пролив. Вот. И вот дикие племена, вот. Земли для покорения, значит, дикий Запад был у них под рукой. И вот цветом тут показано, как фактически с 12 века английские колонии продвигались по территории Ирландии. И, собственно говоря, серая местность, вот, которая осталась вот, в руках ирландцев, где-то, значит, к первой трети 17 века, это уже максимально неплодородные земли. То есть вот эта вот модель, Ирландия как модель, она показывает, что кроме погони за наживой, вот европейцы делали то, что они делали. Они находили плодородные земли и занимались земледелием так, как они привыкли делать это дома. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это вот, собственно, некоторые образы. Вот. Собственно, связь была прямая. Европейское, значит, европейское оружие, оно широко использовалось и в Сибири в том числе. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, собственно, что-то я благополучно добрался до выводов. Вот. Но к концу доклада выводы силы растерял. Вот. И какие, собственно, могут быть выводы? Сибирь и Северная Америка, на мой взгляд, как мне кажется, в настоящий момент как историка, вот, оказалась связана в оба конца. Как я уже сказал,
вот этот маленький, грязный, бедный, злобный европейский мир, расползаясь по планете, вот, он создал ситуацию первой глобализации. Когда испанское серебро, попадая на европейские рынки, превращало европейцев в выгодных потребителей всякого разного рода товаров роскоши, в частности, сибирских мехов. А с другой стороны, какие-то изменения, они, происходившие в Сибири, влияли на, ну, если не на Европу, например, то на то, что происходило в Северной Америке. Уже к 40-м годам 17 века стал ощущаться кризис русской добычи пушнины. И, собственно говоря, те же самые процессы, поскольку европейский рынок был огромный, стали происходить и в Северной Америке, которая сейчас территория США. Надо сказать, что вот поскольку европейцы, они стремились колонизовать прежде всего плодородные земли, и то же самое стремились колонизовать русские. Поток русских на приволжские земли был в 4 раза больше, чем приток русских в Сибирь. Приток англичан в Вест-Индию был в 4 раза больше, чем приток англичан в Северную Америку. Никто не хотел ехать в холодный Бостон, все хотели ехать в теплую Ямайку и зарабатывать там огромные деньги даже по нынешним представлениям. И вот это сокращение пушнины в Северной Америке и в Сибири, оно привело к тому, что американская колонизация пошла туда, куда она не ходила. Собственно, на конец 17 века русских колоний за полярным кругом имели примерно больше 1000 человек населения. Вот. За весь 17 век европейцы не основали в Северной Америке ни одно поселение на широте полярного круга. Но, тем не менее, падение поступления сибирской пушнины и падение поступления американской пушнины привело к возникновению Северной Канады. Компания Гудзонова залива получила в конце 17 века грант в размере 3 миллиона квадратных километров. Так. Английский король щедро поделился канадской землей. И начала наращивать закупку бобровых шкурок у индейцев. И в конечном итоге, заменив на рынке всех других производителей. Ну, тут я бы под конец мог бы вспомнить Пушкина с его воротником Евгения Онегина, вот, или учебник истории, но я уже этого делать не буду. Вот, и в этом месте поставлю точку. Хватит. Спасибо. Дорогие друзья, можно задать вопросы нашему сегодняшнему эксперту. Кто выжил? Ну, все выжили и все довольны, я думаю. Может поднимать руку, я подойду. Вот, рука есть. Добрый вечер, спасибо большое. Очень было интересно. Я здесь. Нет, левее, правее. Ой, левее. Подскажите, пожалуйста, а были ли попытки вот с Дальнего Востока, докуда добрались русские, уже потом вот доплыть до Америки? Или когда они добрались, они уже знали, что Америка есть, и до туда можно добраться? Как известно, как рассказывают все нерадивые студенты, Екатерина II продала Аляску американцам, да? Кто продавал Аляску американцам? Александр II. Это хорошо. В 1867 году, причем, собственно говоря, госсекретаря, который ее купил, очень сильно ругали. Значит, за кучу денег купил 2 миллиона квадратных километров пустыни. Русские добрались
добрались до Северной Америки, добрались до Калифорнии, о чем свидетельствует Форт Росс. Но все произошло это гораздо позднее, и все это фактически было на рациональной основе. На самом деле это такой сложный вопрос, на самом деле, что такое рациональность. Дело в том, что все русские землепроходцы, они писали отчеты, так это было бюрократическое общество, они честно писали отчеты, вот, и честно к отчету прикладывали чертежи. Вот. Как выглядели чертежи, ни один до нас не дошел по неизвестным причинам, но мы знаем не только слово, но и какие-то там описания. То есть они записывали, как они двигались, и эту информацию Казанский приказ, а потом Сибирский приказ, то есть то ведомство, которое занималось колонизацией, оно аккумулировало. И вот поляки, они не видели бумаг Сибирского приказа, но они видели бумаги посольского приказа, и они восхищались. Что вот как начинаешь с русскими разговаривать и говоришь там, например, а мы вам этого не обещали. Русские достают книги, в которых у них записаны все договоры, и говорят, а вы нам это обещали. В таком-то году такие-то люди приезжали к нам и говорили нам тот. Вот, то есть это была такая бюрократическая система, но эта рациональность была несовременная, то есть не так, как мы ее себе представляем. Вот, хотя она была. И, собственно, за счет ее, за счет поступательного движения до Дальнего Востока русские добрались. Но, собственно говоря, в Америку попали уже в 18 веке. Ну, Беринг, вы все помните. У меня к вам вопрос есть, да, терминологического характера. То Давайте. Есть у нас фигурирует достаточно регулярно термин глобализация. Первое, вы говорите, глобализация, да? То есть хотелось бы более точно определить, что мы называем, то есть какими признаками мы определяем эту самую глобализацию. Потому что вот, давайте, допустим, Великий Шелковый путь, например, да, или положим, перехват монополии на шелк в Византии, да, то есть или какие-то другие действия, да вообще хотя бы возьмем мы позднюю античность. То есть поздняя античность, когда товары очень активно обменивались, ну, отчасти по суше, отчасти по морю. То есть, ну, путь пролегал каким образом? Тоже Великий Шелковый путь, он занимал где-то там 300 дней, да? Да-да-да. То есть люди просто шли от одного места до другого, купили в одном месте, прошли там, допустим, 2 месяца, продали, пожили маленько, рассказали о чудесах местных, там записали книжки даже, пошли еще месяца два, да, так дошли до Китая, потом таким же путем назад. То есть, в общем, на протяжении истории вот, цивилизации, да, так сказать, глобализации подобного рода, наверное, было много. Да. То есть в каком смысле это все-таки первая глобализация с вашей точки зрения? И как мы определим, что считать глобализацией, что просто активным межкультурным взаимодействием? Что считать, а что не считать? Да. Ну, я в данном случае не претендую на выработку понятия глобализации. Не претендую на выработку понятия глобализации современной. Я говорю о своем периоде, который мне интересен. И вот то, что вы говорите, это на самом деле очень интересно. Да, как-то в советские времена даже в науке жизни, я, к сожалению, не воспроизведу вам год, ни номер журнала, ни номер конфликта, но приводился какой-то конфликт, там, скажем, 12 века, который можно было считать Первой мировой войной, поскольку в нее последовательно были вовлечены все народы там, 12 или 13 века, заселявшие Евразию. Но есть такая интересная гипотеза, почему, собственно говоря, цивилизации Мезоамерики и Южной Америки не достигли того уровня развития, которого достигли те цивилизации, которые мы знаем на азиатско-африканском континенте, так скажем, да, вот едином континенте. Вот. И суть этой гипотезы заключается в том, что народы Мезоамерики, народы Южной Америки находились в относительной изоляции. То есть вот то, что вы говорите, да, это были явления очень интенсивного взаимодействия. Вот, и примеры тут можно множить, и вы их можете привести гораздо больше, чем я.
того, что связи народов, живущих на вот этом гигантском афроазиатском континенте, эти связи, они были очень давние, очень интенсивные. Но Северную и Южную Америку они не трогали. А вот когда, собственно говоря, в мире не осталось уголочка, изменения в котором не стали бы влиять на другой регион, вот тогда, мне кажется, что вот поползли первые ростки глобализации, потому что, ну, скажем, вот там можно заказать, да, чашечку какао, да, но вот какао, это значит 90% рынка какао контролируется двумя странами, да, вот, весь ширпотреб производится в трех странах, вот, вся электроника разрабатывается еще в каких-то других странах и так далее, и так далее, и так далее. То есть в Африке нет доступа у многих людей к питьевой воде, вот, но люди стремятся приобрести доступ там, к смартфонам и прочим, значит, благам цивилизации. То есть вот, мне кажется, что эти вещи все-таки они восходят к 17 веку, как вообще очень многие, значит, черты вот того общества, которое доминировало в 18-19, первой половине 20 века, которое критикуется и которое, как кажется, сходит на нет. То есть все-таки античность, я боюсь, что вы со мной согласитесь, оно представления о Северной Америке не имело. Добрый день, спасибо большое за лекцию, очень интересно. Вопрос такой. Вот когда мы говорим о колонизации Сибири, можно ли говорить, вот по крайней мере в этом периоде, о том, что существовал какой-то план этой колонизации, или это все-таки был стихийный процесс? Я имею в виду роль государства, то есть было казачество, которое осваивало Сибирь, были стрельцы, которые посылались там и так далее, остроги строились. В этом был какое-то осмысленное действие, или это был все-таки стихийный процесс? Спасибо большое. В эпоху моего детства был такой мультик про 80 дней вокруг света, австралийский такой. Если у вас план, мистер Фикс, вот, был ли у них план? Знаете, это очень трудно объяснить. Но вот, понимаете, например, по размещению гарнизонов у них план явно был, мы его видим. Но просто все-таки у нас научно-популярное. Вот задать такой вопрос, который вот он кормит, значит, сибириведов советских уже последние, значит, лет 60, да? Вот, это любимая была тема, особенно в советский период, столкнуть государственную вольнонаемную колонизацию, вольнонародную. Сейчас, может быть, будет популярно, значит, тоже нас будет некоторое время кормить, говорить о государственном, там, о мудром плане. Если мы возьмем колонизацию Сибири, освоение ее русскими прежде всего, в целом, то мы увидим, что это предприятие было возможным, потому что русские действовали последовательно. То есть представьте себе, да, что в Сибири проживало на вот этих 12 миллионов квадратных километров, 12 миллионов квадратных километров проживало примерно 150 тысяч людей. 150 тысяч. И вот к этим 150 тысячам приходит отряд Ермака в 500 человек и говорит: ребята, мы теперь будем у вас тут главные. Вы живите, как жили, но главными теперь будем мы. Собственно говоря, то же самое, что произошло в Южной Америке, где там, значит, речь шла даже больше, там речь шла о миллионах, да, и пришло 500 испанцев и сказало: ребята, вот, вы теперь подданы испанской короны. Неважно, что вы не представляете себе, где это, вы никогда этого не увидите, вы теперь подданы. И, собственно, ну как такое могло случиться, да? Вот. Как могло случиться, значит, ну не знаю, там полуколониальный статус Китая, да, который всегда был самой большой цивилизацией на Земле. Их всегда было много, да? Вот. В значительной степени
особенно в 17 веке, потому что техника начинает играть роль где-то к концу 18 века, уже просто карты течений и карты ветров уже очень сильно меняют путешествие. Но главное, что и все европейцы, включая русских, действовали последовательно. И если мы возьмем какие-то конфликты локальные, там, ну не знаю, там, например, 50-е, 60-е годы, там, нет, даже раньше, 40-е годы возьмем в Бурятии. Буряты — это было крупное, энергичное племя, которое давало там всем прикурить. И тем не менее, когда они один раз выбивали один отряд русских, другой раз выбивали другой отряд русских, там кого-то убивали, что-то сжигали. Через некоторое время выяснялось, что русские приходят опять. Ну и как всякие нормальные люди, они понимали, что как-то по-русски нет такой пословицы. What cannot be cured must be endured. То, что вы не можете вылечить, надо пережить просто. Ну и пережили. Счастливо. Теперь мы имеем бурятскую интеллигенцию, бурятскую драму, бурятскую оперу и вообще бурятский кинематограф. То есть, собственно говоря, все более-менее нормально. Я думаю, что вот как бы представить это как план 19 века или даже как план 18 века нельзя. Но это было очень планомерное организованное действие. И очень целенаправленное, и регулярное, и с накоплением опыта. Собственно говоря, ну не знаю, например, русские, вот англосаксы этого не делали, а русские, поскольку это было бюрократическое общество, вот, они, например, проводили опытные посевы. Вот. Причем так очень так бюрократически планомерно, в силе даже в вечную мерзлоту. Вот, высевали, записывали, сколько высели, потом у них ничего не всходило, записывали, ничего не взошло. Вот. После этого составляли документ, отсылали в Москву, говорили, ребята, присылайте хлеб и дальше, ничего не растет. Вот. И все это очень организовано, так несколько вот этих вот опытных книг, они так и называются, опытные книги, они сохранились, можно почитать. Если можно, вопрос, да. Но сначала спасибо за очень интереснейший набор фактов, но вот не совсем я увидел, скажем так, связанности некоторые. Параллели не очень много, скажем так, увидел. И хотел бы уточнить такой момент, вот когда вы говорили о том, что в 17 веке конкуренция основная там была, ну, в том числе военная с Китаем. Мне кажется же, еще в 1620-х годах кто-то из китайских императоров писал, Россия — это очень далекая страна, и границ с ней Китай не имеет. А уже в 1689-м, кажется, Нерчинский мир подписывали. Да? То есть это где-то только вторая половина, а в основном с промежуточными племенами там и государственными образованиями шли. И даже не войны, а, скажем так, ну, некое освоение. Не спрашиваю, на самом деле, почему, допустим, США пошли, Соединенные Штаты пошли по пути, там, условно говоря, создания штатов, да, то есть отдельных крупных административных единиц. Это, понятно, отдаленность от администрации, да, здесь все по-другому было, и менталитет у русского человека был другой. Это все понятно. Меня вот, на самом деле, какой вопрос интересует, изучали ли вы его, рассматривали ли вы, и как бы делали ли по нему какие-то выводы. Интересно, вот почему, допустим, метисизация, то есть смешивание с местным населением, очень интенсивно происходило в Сибири, например, очень легко и быстро, а в то же время, как все-таки в Северной Америке, конечно, там Вест-Индии и креолы, да, там и метисы и все прочее, но это было в очень малых количествах, а в основном все-таки шел процесс либо какой-то сильной сегрегации, либо на уничтожение. То есть действительно ли так, это вот верна ли моя как бы, ну, информация? И если так, то почему вы считаете? На самом деле вы несколько тем сразу затронули. Ну да, например, Китай и Московское царство, они двигались навстречу друг другу, и Китай должен был пережить маньчжурское завоевание с 1644 года, вот к 1675, по-моему, году они как раз оклемались. И тут стало ясно, что они, конечно, держава высокого уровня. Собственно, поэтому и первый договор, да, разграничивающий вот такой вот, который не подданство устанавливал, потому что в подданство, например, алтайские народы перешли, а первый договор, который уже проводил границу, это был именно русско-китайский вот этот Нерчинский договор, о котором вы сказали.
ну, все медленно. То есть не так. Понимаете, вот это вот мы сейчас смотрим на Китай, да, он как бы как данность, он рядом там и так далее. Тогда все было все медленнее, меньше и так далее. Понимаете, с метисизацией это такой же захватывающий вопрос, который тоже нас будет долго и нудно кормить, как и с государственной вольно-народной колонизацией. Сейчас, вот так вот, если отвечать не научно-популярно, а научно, сейчас мы имеем дело с захватывающим явлением, когда можно проводить генетические исследования. И, собственно говоря, можно выявить, и такие исследования ведутся на сибирском материале, в частности, можно выявить сибиряков. Я вот лично не сибиряк. Мой отец родился в Москве, я родился в Новосибирске, но это несерьезно. Вот. Моя мать родилась на Кубани, да, тоже как несерьезно. Есть люди, которые вот являются сибиряками там, в двух минимум, там, в трех поколениях, да. Вот где-то, видимо, живут люди, которые являются потомками переселенцев 17 века. Я, собственно говоря, знаю несколько мест даже на карте Новосибирской области, которые уже в 17 веке существовали, были основаны томскими служивыми людьми. Возможно, там кто-то живет. И вот исследованием генетическим, да, мы можем поставить какую-то, ну, если не точку, то запятую в вопросе о метисизации сибирского населения. Ну, хотя тоже, опять же, вот, собственно говоря, я подозреваю в себе без всяких оснований мордовские корни, да, а мордва делится четко на две части. Ту, на которую татары повлияли, вот, и ту, на которую татары повлияли в меньшей степени, да. Вот. Если вы, значит, обнаружите у меня, предположим, вдруг татарские корни, да, то это будет вовсе не метисизация с местными сибирскими татарами, а вот то, что было там, значит, после 1237 года. Ну, поэтому запятая. Вот. Пока же вот то, что, значит, вы говорите, это вот те представления, которые существуют в настоящее время, которые начались с Потанина, который детство провел в очень специфической обстановке и видел очень интересные, так сказать, захватывающие вещи, которые потом они, значит, Ядринцевым были подхвачены. И вот уверенно сказать нельзя. В чем разница? На самом деле вы правы насчет параллелей. Это такой недостаток доклада, но я честно признаюсь, что я затеял это дело для того, чтобы ответить на некоторые свои вопросы, вот, и увлекся на самом деле. Я, это, к сожалению, до вас эта информация не дошла, а я фактически весь день провел в выяснении того, как же происходило падение добычи пушнины. Вот, и, в общем, нашел интересные вещи. Но вот в презентацию они, к сожалению, не попали. Так что вот пока нет, пока на ваш вопрос нет ответа. Давайте еще два вопроса, наверное, и мы перейдем к следующей части. Пожалуйста. Добрый вечер. У меня вопрос такой, может, это не по вашей части. Вот в те времена колонизировали мир две цивилизации, Европа и Россия. А сейчас, например, Китай замахивается на весь мир. Они недавно хотели даже Нью-Йорк Таймс купить, приглядываются к Wall Street Journal. А почему в те годы Китай сидел у себя и принимал европейскую колонизацию? Ну, во-первых, я тут изо всех сил пытался вам показать, что Китай в те годы, вот в мои годы, да, значит, в 17 веке у себя не сидел. Собственно, еще перед... У меня впереди, да, у всех нормальных людей позади, а у меня впереди еще 18 век. И в 18 веке мы имеем разгром джунгара Китаем. И умными оказались те джунгары, которые переселились еще в начале 17 века в Калмыкию, остались как калмыки. Вот, потому что все остальные были рассеяны и перебиты. Часть вот, живет на Алтае. А вообще геноцид джунгар, вот, его невозможно оценить, их никто не считал, да, но вот
наш коллега Скобелев, который, вот, как археолог, любит приводить точные цифры, он говорит, что было перебито в середине 18 века от полумиллиона до миллиона людей. Это вот расширяющийся Китай. К 80-е годы 18 века Китай добирается до Тибета и, собственно, приобретает вот эту тибетскую проблему, которая у них головная боль до сих пор. Так что Китай в 18 веке и даже в первой половине 19 века это вот, ну, с грубой фельдфебельской точки зрения это была серьезная сила. На самом деле, я думаю, что современный Китай гораздо слабее, чем он был в 18 веке, но это действительно уже выходит за пределы моей экспертизы. И, собственно говоря, почему, да, почему так произошло? Есть на YouTube, на мой взгляд, потрясающий фильм, называется «Корни безумия» на английском языке, снят, как водится, ЦРУ. Вот, но там потрясающие этнографические материалы, которые показывают, какой был Китай между 1912 и 1949 годом. Понимаете, цивилизация, которая имеет там несколько тысяч лет письменной культуры, это очень плотная масса. И сдвинуть ее, изменить ее как-то очень сложно. И где-то с середины 19 века просто европейцы имели технологическое преимущество. Но они его имели всего жалкие какие-то 100 лет. Да? С 1850 по 1950 год. А с 1950 по там, уже 75 год, да, вот за 25 лет китайцы, так сказать, так или иначе, это технологическое преимущество европейцев свели на нет. Да. Можно такой технический вопрос, не очень прямо относящийся, наверное, а может, относящийся к теме лекции. Вот меня занимает просто давно, а вы подходящий, наверное, эксперт, чтобы спросить. Вот эта колонизация Сибири в 17 веке, она ведь была довольно интернациональная, да, то есть там командиры полков нового строя, там какие-то польские, шведские пленные, бог знает кто. Что было с языком? То есть вот на каком языке на самом деле люди общались? И как они выходили из положения, когда у них командир был француз, там какие-нибудь эти прапорщики голландцы, сказать, личный состав вообще черти кто. То есть как это вот... То есть где там был русский язык, где были другие языки? То есть что, как это вообще работало? Спасибо. Ну, знаете, это... Будем считать, что это... Не заранее заготовленная реплика, а действительно так случайно совпало. Дело в том, что я когда-то в своей жизни написал книжку о поляках в сибирских городах 17 века. Вот. А только что, вы, надеюсь, об этом не знаете, значит, сдал статью, вот, посвященную как бы белорусам, да, значит, в 1635 году, ну, выходцам с белорусских земель Великого княжества Литовского. И там я прямо задаюсь вопросом, какой был язык. Вот. Ну, надеюсь, вы не знаете, у вас нет своих людей в нашей редакции. Знаете, я думаю, что ситуация была такая, как вот мой сын говорит, говорите по-русски. Вот. То есть у меня есть некоторые доказательства относительно француза, под 1635 год, у которого была русская жена. Ну, он был не француз, бельгиец, но франкоязычный. От него остался франкоязычный документ, но в быту он пользовался русским языком, как умел. Собственно, не забывайте, что 86 слов создавали Австро-Венгрию. Вот человек, которого призывали в австро-венгерскую армию, он должен был запомнить 86 слов. Вот. «Стой», «иди», ну, помните, как Гашек над этим издевается. Вот. И из этих 86 слов, вот, собственно, складывалось его все общение с офицерами, с товарищами там, и так далее. Хотел больше выучить, мог больше выучить. Меньше нельзя было. Вот 86 слов. Поэтому сейчас, в общем, если вы знаете 2000 слов на каком-то языке, вот, уже выкрутитесь, не умрете. Вот. То есть надо, вот я же говорю, что очень давно было, мы очень с трудом это себе представляем. Я думаю, что все, кто мог, говорил по-русски. Все, кто не мог,
и не хотел. Потому что вот эти вот иноземные офицеры, которые частично являлись в Сибири эпизодически, там был большой проект, очень много слов, не будем их вспоминать. Вот, они приезжали за очень большими деньгами, с этими очень большими деньгами уезжали очень быстро. Вот, они говорили, скорее всего, по-немецки, ну, на каком-нибудь интернациональном языке ланскнехтов. Вот, их переводили. И последнее на эту тему. Вот есть такой исследователь Сибири, оригинальная, Анна Алексеевна Люцидарская. Она писала о сибирских толмачах, и она выдвигает версию, что вот там, где толмачи были, то есть русские могли разговаривать с аборигенами хоть как-то на языке аборигенов, конфликтов было меньше. Там, где толмачей по каким-то причинам не было, как вы понимаете, в Иркутске не было института иностранных языков, в Новосибирске не было. Вот, люди учились там, тоже отдельная очень интересная тема. Покойный Виктор Маркович Живов писал на эту тему. Да что ж такое? Собственно, ну, в общем, были сложности. Ну, я думаю, что ведущим языком был русский. Вот. Как везде. Хорошо, вопросы мы в целом закончили от зала. А теперь, я думаю, что есть вопросы, которые мы приготовили, Иван приготовил для публики, правильно я понимаю? Да, есть. Вот, у меня есть новогодние мандаринки для тех, кто хорошо будет отвечать, поэтому первый вопрос в студию. Первый вопрос очень простой. Нет, наоборот, очень... Нет, давайте сначала начнем с простого вопроса. Собственно говоря, на начало 17 века о скольких континентах знали люди? Сколько было континентов в 17 веке? На начало 17 века. Ну вот там первые сказали, кроме Антарктиды и Австралии, да, знали обо всех. Вот, ну считайте, отнимите. Вот. А можно еще один слайд, собственно говоря? Это на 1707 год. Антарктиды еще нет, Австралия уже есть, но она появилась на картах с середины 17 века. Вот. И обратите внимание, собственно говоря, представление. Это Делиль, его брат уже был в России. Вот. Но это наконец 17 века данные, карта 18 века. Видите, еще даже неизвестно, что... Так, неизвестно, что тут, да? Вот еще мысли о северо-западном проходе, еще мысли о континенте антарктическом. То есть, казалось бы, вот такая вот банальная вещь, сколько континентов, да? В 17 веке еще вопрос был не решен. Иван, так сколько же все-таки? Ну, считайте. Раз, два, три, четыре. Четыре. Или, да, вот, наверное, так. Четыре. А кто сказал четыре первым? Мандаринку хотят. Ну, держите мандаринку. Света, ты? Здорово. Ты четыре говорил или нет? Хорошо. Четыре. Следующий вопрос. В кулуарах. Давайте следующий вопрос. Следующий вопрос... Америка была страной обетованной, там было все, кроме одной, да, кроме чего. Нет, я имею в виду уже Америки, значит, когда туда приперлись англичане и всякие прочие. Чего не было в Америке? Лошадей не было, да. Держите. Казалось, очень простой вопрос. Ну и последний вопрос. Как известно, да, значит, после Великого потопа Ной пристал к горе Арарат. Вот, и тут же его встретили армяне, да? Вот. Где армяне появились, ну, то есть мы, значит, то есть по источникам, где армяне появились первыми, в Америке или в Сибири? В Америке, наверное. Да, в Америке. В 1619 году Джон за Армениан зафиксирован среди переселенцев. Джон за Армениан. Да, Джон за Армениан. А значит, в Сибири только в середине 17 века хорватский или сербский,
как хотите, просветитель Юрий Крижанич встретился с армянским священником. Так, отлично. Двигаемся дальше. Сейчас мы посмотрим небольшой фрагмент фильма. Фильм сам 50 минут, фрагмент 10-минутный. Неоконченная история заселения Сибири. Вот, и я прошу Ивана его потом прокомментировать. Кто же они были, первые русские в Сибири? У историка Сибири Павла Ивановича Небальсина читаем. Словом «казак» у нас или «кайсак» у татар обозначали человека пришлого, свободного, бездомового. Волжские же казаки были не конники, а матросы, ладьяры, и вольница их составляла промышленно-грабительскую флотилию. Ермак Тимофеевич со своей казачьей дружиной относился именно к таким казакам. Спасаясь от царского преследования, банда поднялась вверх по Волге, вошла в Каму. Там Ермак получает предложение от семейства местных промышленников Строгановых отправиться дальше на восток и отвоевать земли, пожалованные им Строгановым, царским указом. Бесценное по своей красноречивости определение дает этому сибирская летопись. 1 сентября 1581 года Строгановы, Семен, Максим и Никита отпустили на сибирского султана Ермака Тимофеева с товарищами. Замечательная, больше нигде в таком контексте не встречающаяся языковая конструкция. Отпустить на. Это было первое массовое проникновение русских за уральский хребет, или за камень, как его тогда называли. Если, конечно, массовым можно назвать проникновение отряда от 500 до 800 человек численности. Этот камень действительно создавал естественную преграду для распространения русских на восток. Чтобы попасть за камень, надо было волоком перетащить тяжелые речные суда, собственно, через сам камень, уральский хребет, по другую сторону которого начинается уже сибирская система рек. Этот путь был труден, долог и опасен. Тем не менее, Сибирь почти сразу стала привлекать людей экономическими резонами. Пушнина, соболиная казна или мягкая рухлядь стала главным мотивом этого движения. Действительно, она сыграла огромную роль в становлении хозяйства России. В потоке заселенцев было два главных компонента – легальный государственный и вольнонародный. Стихийный поток государство пыталось сдерживать. Даже территория по эту сторону Уральских гор, где хозяйничали Строгановы, привлекала бесконтрольные потоки беглых. Иван Грозный, понимая масштабы и огромный вред стихийного людского потока, писал Якову Строганову. «А из Перми и из других городов государства нашего Якову тяглых людей письменных к себе не принимати, а воров ему беглых, тати и разбойников не приниматишь. А придет кто к Якову из иных городов нашего государства или из властей, Якову тех людей от себя отсылати». И у себя ему тех людей не держати и не принимати. Централизованные усилия по заселению края стали предприниматься сразу же, как только казачьи ватаги закрепились на землях и были основаны остроги города. В 1586 году Тюмень, в 87-м Тобольск, в 91-м Сургут, в 93-м Березов и Пилым. В 1598 году – Верхотурье. Этот город стал воротами в Сибирь. Правительство из фискальных соображений стремилось направить весь людской поток через Верхотурские ворота, потому что, как тогда говорили, из Сибири и в Сибирь многим дорогам быть непристойно. В 1604 году основан Томск, в 1609 – Туруханск, в 18-м – Енисейск, а в 28-м – Красноярск. И на протяжении первых 100 лет колонизации была начерно пройдена вся территория до Тихого океана. Переселенцы первых 100 лет колонизации представляют собой довольно пеструю компанию.
казаки из Дона и Волги, беглые крестьяне, опальные дворяне, стрельцы, превратившиеся в Сибири в предприимчивых промышленных, купцы, привлекаемые баснословными барышами от торговли пушниной, позже в большом количестве раскольники. Как сельскохозяйственную житницу Сибирь еще никто не рассматривал. Для обеспечения сибирских поселенцев хлеб доставлялся с запада страны, через Уральский хребет, далее через Верхотурье на тысячекилометровые расстояния на восток. Это было очень трудно и дорого, даже несмотря на огромные выручки от сибирской пушнины. И уже в конце 16-го, начале 17 века правительство организовывает за Уралом пашенное дело, сознательно вливая в колонизационные контингенты пашенных крестьян. И вот что интересно. Государство, пытавшееся всячески воспрепятствовать самовольным переселениям в Сибирь, в данном случае смягчает критерии и с целью умножения пашни охотно предоставляет землю так называемым вольным сходцам, то есть фактически беглым. Но если Западная Сибирь благодаря переселенцам-крестьянам уже в 17 веке стала в полном смысле этого слова земледельческим краем, то на востоке в Сибири все обстояло гораздо хуже. Советский географ Вадим Вячеславович Покшишевский писал по этому поводу. Если вспомнить относительную выгодность промысла пушнины или государевой службы по разведыванию новых землиц, то следует удивляться не слабому развитию пашенного дела в Восточной Сибири, а тому, что оно вообще там возникло. Еще раз скажу, кому интересно, этот фильм есть в интернете. Он называется «Неоконченная история заселения Сибири». Он довольно интересен, и можно его, вот, я думаю, посмотреть целиком. А сейчас я прошу Ивана просто прокомментировать этот кусочек. Ну, мне кажется, отчасти он резюмировал то, что он говорил, а отчасти, наверное, нет. Ну вот, пожалуйста. Ну, да, вот, собственно, ну, примерно вот так вот мы примерно себе представляем. Я, ну, поскольку вынужден был посмотреть этот фильм, вот, да, значит, да-да-да-да, вот, а вы обратили внимание, да, что автор реагирует, ну, на самом деле, это все нормальные люди так реагируют, на стандартный приказной слог 17 века, как на такую своего рода шизофреническую речь, да, вот, просто тоже такая шизофреническая цитата из документа 17 века по поводу планомерности. В какой-то момент правительство обнаружило, что мужское население очень сильно превышает женское население в Сибири, вот, и мужское население от этого, как вы понимаете, страдает. Вот, причем, ну, часто оно еще описывало, как именно оно страдает. И правительство постановило, вот эта цитата буквальная, что послать по городам указ, чтобы прибрать жен и девок и послать их в сибирские города, чтобы сибирским служивым людям было на ком жениться. И жены и девок прибрали и послали, и, в общем, они как-то тут пристроились. То есть такое вот наше отношение к языку. А что меня в этом фильме поразило как историка? Тут показывается картина нашего соседа, вот, соплеменника, значит, Сурикова, которую еще в момент появления разнес его коллега по цеху Верещагин. Верещагин написал, что господин Суриков, он, значит, рисовать не умеет, да, и совершенно себе военного дела не представляет, потому что лобовое столкновение казаков, одетых в кафтаны, с аборигенами, которые, как принято у нас говорить, попадали в белки в глаз со 100 метров, да, вот, оно, ну, совершенно нереалистично, потому что казаки, они люди смелые, храбрые, отчаянные, но абсолютно не идиоты. Вот, и это вот вся эта, значит, славная картина, вот, это не более чем, значит, фантазия господина художника. Ну, я вот как-то запомнил это определение, на эту картину больше не смотрел, а тут в начале фильма художник, автор, значит, закадровый голос говорит: посмотрите, у них у всех одинаковые лица. Я посмотрел, батюшки, мало того, что у них у всех одинаковые лица, у них лица украинские. Вот. То есть, собственно говоря, они выглядят так, как выглядит вот среднестатистический, значит, западноукраинец, вот, которого вы там можете встретить на улице и так далее. Но хуже того,
Там большинство людей, тоже никогда не присматривался к этой картине, одеты в казачью военную форму, так как она была введена в 1800 году. Вот. То есть, понимаете, я к чему, да, что вот историк, художник, собственно говоря, там, да вообще любой ученый, он очень сильно зависит от культурной среды. И вот был заказ, да, нарисовать красивую картину. Вот красивую картину художник нарисовал. Но поскольку не было банды, значит, реконструкторов, да, вот, которые занимаются реконструкцией аутентичных, не было там какой-то художественной, значит, там, тех иных там любителей. Ну, картина получилась красивая, но очень фантастическая. Вот. И я, в общем, благодарен автору фильма, что он меня к этой картине вернул, и я еще раз порадовался, что вот у нас был такой талантливый соотечественник, вот, который рисовал такие красивые картины. Вот. И не лишал нас, историков, хлеба, нам еще есть о чем поговорить.